сегодня в выпуске. Из аварийного жилья в квартиры благодаря госпрограмме новоселье справили 40 донских семей. Квартиры очень хорошие. Это вообще все удобства, все там отлично все. Ни дня без театра. Ростов простился со своим почетным жителем, заслуженным артистом России Михаилом Бушновым. Ничего проходного для него не было. Ничего случайного не было. Он был чрезвычайно придирчив, иногда даже капризен в мелочах. Поезда, вокзалы и станции как на ладони. В Ростове открылась выставка железнодорожного моделирования. Ну, вообще, многих манят именно паровозы. Соответственно, очень многие модули выполнены в 50-60-х годах. Здесь будет зал, как мягко, телевизор, там что-то еще. Красивые шторы. Много не будем, сейчас не нужно пыль собирать. Куда поставить диван, а куда шкаф, Мария Ивановна решила давно. Не один год она мечтала о благоустроенной квартире. Пока демонстрирует новые владения, вспоминает, как 40 лет с семьей прожила в деревянном бараке. Ни воды, ни канализации в незамысловатом строении не было. В 90-х годах его признали аварийным. С той поры жильцы ждали переселения. Там был барак одноэтажный, 10 семей, но очень много уже не живут люди. Потому что время пошло, кто замуж вышел, кто умерло очень много. Уже ж, потому что время такое 40 лет. Так что вот так вот мы дождались. Взамен старого, опасного для жизни барака 43 семьи из углегорского сельского поселения Тацинского района получили новые квартиры. Построить два дома по 30 квартир каждый удалось благодаря госпрограммам по переселению граждан из аварийного жилья. Квартиры очень хорошие, это вообще все удобства, все там отлично. Ключи от долгожданных квартир новоселам вручают региональные власти и руководители фонда содействия реформированию ЖКХ. Порадоваться за односельчан собирается практически весь Углегорский. Строительство многоэтажек – событие для небольшого населенного пункта знаковое. Подобные дома в поселении не строили с начала 60-х годов. В следующем году планируем, например, в Тацинском районе в полном объеме завершить переселение граждан из ветхого жилья. Радоваться новой жилплощади в этом году будут еще более 1000 донских семей. На переселение из аварийных домов планируют потратить около 1 000 000 000 рублей из областного бюджета и еще 600 миллионов из фонда содействия реформированию ЖКХ. Эти вопросы продолжили обсуждать уже на совещании в станице Тацинской. Если программы принятые не выполняются, не ходите, не просите, ничего не получите. Главам муниципалитетов напомнили, что рассчитывать на финансовую помощь фонда ЖКХ можно только при выполнении всех программ по переселению. За последние 5 лет госкорпорация выделила Ростовской области на капремонт многоквартирных домов и переселение дончан из аварийного жилья более 10 миллиардов рублей. Чтобы деньги из фонда было получить проще, условия изменили. За невыполнение программ лишать региона финансирования не будут. Чтобы не сорвать программу переселения из аварийного жилья, приостановок в принципе не будет, но повышается ответственность руководителей региональных властей, особенно муниципальных, вплоть до отставки. В Ростовской области переселение жителей из аварийного жилья идет по плану. Только в 2013-м новые квартиры получили около 2500 человек. Каждый дом конкретно будет стоять на учете, в каком состоянии, привлечем к этому еще и общественность, которая сегодня находится в ожидании решения этих проблем, и она будет вовремя информировать нас о том, что та или иная власть, я говорю о муниципалитете, не реализует задачу, которую поставила. Кроме этого, Минстрой сегодня будет очевидно мониторить ситуацию в целом для того, чтобы установить контроль за своевременным расходованием финансовых средств. Губернатор дал поручение областному Минстрою в ближайшее время подготовить дорожные карты по реализации программы переселения из аварийного жилья. Купаться разрешается. Донские спасатели сообщают, что все 163 пляжа области допущены к использованию. Проведенная проверка показала, места для отдыха у водоемов отвечают требованиям безопасности. Добавлю, с начала года зарегистрировано 20 происшествий на воде. В них погибли 20 человек, в том числе 5 детей. Еще больше удалось спасти. Сотрудники МЧС просят отдыхающих быть осторожными, не злоупотреблять алкоголем на пляже и не оставлять без присмотра несовершеннолетних.
самого утра двери театра имени Горького открыты, но зрительный зал пуст, а на сцене рабочие декорации. Сотни поклонников, друзей и коллег приходят сюда, чтобы проститься с народным артистом СССР, почетным жителем города Михаилом Бушновым. Он полвека отдал театру имени Горького и всю жизнь посвятил искусству, сыграв сотни ролей. 5 поколений актеров, большая часть ростовских, воспитаны театральным педагогом Михаилом Бушновым. Мне посчастливилось с ним работать в нескольких спектаклях. А это действительно огромное счастье встретиться с таким партнером на сцене. Михаил Ильича можно запомнить только радостным, счастливым, фонтанирующим, борющимся за что-то, против чего-то, ни несправедливого, ни хорошего. Вот таким. Мы его еще запомнили как человека очень жизнелюбивого, очень жизнерадостного, с очень активной позицией, вот гражданской, личной какой-то, человеческой активной позицией. Мало кто знал, что в последнее время актер болел, но продолжал работать. У Михаила Ильича был стойкий характер, вспоминают коллеги. Он никогда не жаловался на трудности, через которые приходилось пройти. «Это все мое, и оно останется со мной за кулисами», – говорил актер. Своего зрителя он уважал, ценил и боготворил. И умный, и смешливый, и быстро реагирующий, и не признающий совершенно балды. Вот. У нас хороший зритель. Михаил Бушнов последний раз вышел на сцену 2 недели назад. С Татьяной Шкрабак они сыграли, как оказалось, в его заключительном спектакле «В тени виноградника». Я погибаю там в конце, и он плачет по моей ушедшей жизни. И вот ничего проходного для него не было, ничего случайного не было. Он был чрезвычайно придирчив, иногда даже капризен в мелочах, но эти мелочи и составляют нашу профессию. Народный артист, лауреат национальной премии «Золотая маска», почетный житель города, многие Михаила Бушнова знают и помнят как ветерана Великой Отечественной войны. Но чтобы перечислить все звания, регалии и заслуги, не хватит и часа. Хотя сам актер к славе и популярности относился спокойно. Главное, говорил он, любить свое дело. Пассажирские и товарные составы лихо расходятся на путях. На макете железной дороги все как в реальной жизни. Отечественные поезда следуют по бескрайним просторам Родины. Мимо пробегают привокзальные станции, просторные вокзалы, фермы, деревушки и даже целые города. Вот так, всего на 50 метрах следования расположился кусочек истории железнодорожной России. Эпоха подвижного состава, которую очень многие модернисты поддерживают, это вот как раз паровозы, паровая тяга, которая очень многим нравится именно за ее историческое содержание. Ну и вообще многих манят именно паровозы. Соответственно, очень многие модули выполнены в 50-60-х годах. Вот, например, на данном модуле у нас специальный автотранспорт 50-60-х годов, именно той эпохи. Участники выставки – любители моделизма из разных городов России. Выбор уже прошедшей эпохи объясняют просто. Современные железнодорожные составы можно увидеть на любом вокзале. Дух того времени совсем иной, даже несколько романтичный, ушел в прошлое. Но здесь его забывать не собираются. Александр Копычев полюбил железную дорогу еще в детстве. С тех пор собирает паровозы и составы. Вся суть, рассказывает он, в деталях, которые простому обывателю зачастую неизвестны, но так важны для целостности образа. Конкретно на этом паровозе, он еще не до конца готов, это немецкий трофейный паровоз узкоколейный. На нем в данный момент нарощен угольный ящик, которого, не было которого у них не было. Немцы всегда отапливали паровозы высококачественным углем, поэтому его шло меньше. И у них были низкие угольные ящики и окна сзади на кабинах. Эту 11-ю выставку участники посвятили памяти идейного друга Сергея Ермоленко. Значительная часть экспонатов сделана его руками. Сегодня товарищи, как и прежде, включают их в экспозицию. Немного переделывают и совершенствуют. В честь конструктора-любителя даже переименовали в вокзал. Все проекты сделаны по единому стандарту. Это дает возможность с легкостью монтировать макеты московских, рязанских, ростовских и еще многих других участников «Единый стенд». Некоторые модули даже и просто перемешали между собой. То есть не обязательно целый кусок принадлежит одному автору. Поэтому даже так интереснее, когда сюжеты можно размещать именно там, где хочется, а не там, где вот он
предусмотрен был только схемой макета. Экспозиция, а вместе с ней и железная дорога, увеличивается в размерах с каждым годом. К следующему показу организаторы выставки планируют создать масштабную реконструкцию. Все пути будут автоматизированы, на макетах появится новый вокзал и деревянный мост в полметра через водоем. Но главный секрет – по рельсам пустят еще один транспорт, похоже, уходящий в прошлое – трамваи.